добиваться выхода из экспертизы разрешения, а потом уже двигаться в том направлении с учетом того, что, скажем, экспертиза и... По графику идем четко, вон графики вывешены, значит, кладка закончена, своды делаются сейчас. Когда контур закончен полностью? Контур, да, весь контур через неделю закончен. Да. А у нас штукатурка, все отштукатурено, осталось, что своды, колокольни сами эти. Сети у нас. Сети, инженерные сети еще. Да, сетями получили вот один перерыв. Сейчас работает там. Сейчас же 53 человека. 53. Достаточно, мы в графике идем. Достаточно. Из них здесь у нас. Окончание строительства у нас когда? У нас в ноябре месяц. В ноябре. Конец? Да, конец. Да. Да, есть? Нет, ничего нет. Да. Культура производства хорошая. Префекту нравится. Каждый день есть. Да. Как вы оцениваете? Нет, хорошо, нормально. Ладно, скажите, пожалуйста, по выкрасу. Ну вот, да. Она не даст, наверное, полного такого красивого. Это. Ну вот. Ну вот, да. Это выкрас нижней части это и верхней. Цоколя, да? Только. Это выкрас цоколя нижней части. И вы считаете, что самым лучшим средний. Вариантом будет средний. Да. Да. Что да. Скажете? Ротировщик дал три цвета на выбор. Три, вот нет, мы их на выбор. Мы можем тоже выбрать. Да. Давайте все. Владыка, понимаете, надо спасибо. Может, на макете как? Так мы не увидим на этом. Нет, я вижу, например, я вижу. Подержите, пожалуйста. Сними, пожалуйста. Держите, пожалуйста. Сними. А мне кажется, что середина самая лучшая. Самая лучшая. Потому что слева какой-то грязный. А вот справа ничего тоже. Светлый. Я не знаю, как он в объеме будет. Владыка, новый храм все-таки, наверное, символ возрождения православия. И посвящен он святой равноапостольной княгине Ольге. Как вам кажется, есть ли перекличка с вот этим возрождением православия, архитектурой и самой равноапостольной княгиней? Я согласен, потому что в нашей первопрестольной, первопрестольном граде еще нет или недостаточно храмов в честь равноапостольной Ольги, которую я назвал в день памяти ее, когда служил в этом храме во временном, назвал ее мужем совершенным. Она была по уму государственным мужем. И в этом смысле, конечно, мы должны учиться у нее не только семейной ее верности, любви к своему мужу, князю Игорю, который... К большому сожалению, убили жестоко и несправедливо, но и учиться у нее и государственному управлению. Вместе с тем у нее почерпнет в ее жизни, сочетая, почерпнет каждый человек, без исключения, и во власти имущий, и находящийся вообще на уровне, так сказать, простого человека, может быть, мало за что отвечающего, но которому дорога своя отчизная родина, которая несет ответственность за своей семьей, он найдет у нее много примеров подлинной любви, верности, ответственности, справедливости и вообще жизни по Богу. И следуя ее благочестивому примеру, она приняла веру христианскую, желала, чтобы и русский народ, из которого она происходила, тоже принял веру христианскую, чтобы мы дорожили этим наследием, которое нам перешло от святой равноапостольной Ольги. Дай Бог, чтобы не только по Москве, но и по всему лицу нашего Отечества больше воздвигалось храмов в честь ее и в честь ее и ее память, и мы бы, изучая ее житие, находили каждый нужный для себя воины, мужество супруги, верность, дети, подлинное материнство, и так каждый в свое, потому что она необыкновенный человек, и мы должны Ольгу брать в пример, изучая ее жития и подражая ее жизни, потому что в этом заключается подлинное почитание святых. Все-таки вот, что касается строительных работ, что еще нужно сделать? Мы видим, он уже вырос, храм. Что нужно сделать? Когда ждать прихожанам открытия храма? И что будет сделано с прилегающей территорией? Ну, здесь надо закончить общестроительные работы. Это сам храм, стены, закрыть контур. Самое главное, что начаты работы по инженерным сетям, а это самое сложное, я считаю, в центре Москвы. Особо я хотел подчеркнуть, что когда начиналось строительство храма, со стороны жителей ближайших домов
были некоторые вопросы. Хочу вам подчеркнуть, что сейчас вопросов этих со стороны жителей нет. Храм вписался в этот сквер, небольшой, красивый будет объект, и мы надеемся, что он будет введен до конца этого года. Очень подробно, четко и ясно, потому что храм должен быть готов к освящению патриарха в этом году. Вот теперь вот засыпаем, здесь прокладываем, кладем плитку, там будет озеленение. Все, стерилизация закончили, вот земельная работа. В этом году в этой части все завершено. Что за какие земельные работы? Инженерная сеть подсоединена. А кто будет? Кто? Вера. Инженерные сети, Вера. Сейчас канализацию, батюшка сказал. Канализацию мы в четверг получили акт и закопали. Осталось у нас водопровод. Там небольшой. Но с той стороны. Там оставили плитку. Да, такой специальный. Мы успеем закрыть площадку для крестного входа? Ну, смотрите, то есть если у нас водопровод, наверное, месяца два точно уйдет. Ну, месяца два, это очень вот много. Надо меньше, меньше. Ну, дело в том, что здесь грунты очень сложные. Ну, Вера, да. Но это не разговор. Почему? А грунты, они были изначально сложные, они же не только появились. Да, да, но нужно закрывать, потому что для освещения нужно... Чем быстрее мы закроем здесь... Мы говорили с вами о том, что можно было бы освещать, если бы не было этот угол. Мы этот угол довели до ума, теперь нам остается только положить брусчатку или что мы кладем. Восстановить дорогу, чтобы люди начали ходить. Мы начинаем прокапывать там, иначе мы перекроем и будем полностью трассу. Пойдемте внутрь. Время полного написания иконы и установки иконостаса с иконами. Сколько когда? В сентябрю, как в сентябре? Первому или тридцатому? Я думаю, что все-таки реально это будет. Но если конец изначально середины. Мы хотели... Монтаж, как? Монтаж на сентябрь. В сентябре, понятно. Установка фотографических иконов. Да, все. Канвас. Они уже есть. Все, понятно. То есть то, что напечатано, да. Будет, оно уже есть. Хорошо, понятно. Все нормально. Все хорошо. Значит, это у нас октябрь. Теперь у нас что еще? Нам надо площадь вокруг храма. Да. Когда мы завершаем? Ну, вот конец сентября. Все зависит от того, если будет активная вот помощь, как сейчас вот оказывают. По-моему, тут изначально вообще. В сентябре делаем.